Парк Победы по бульвару Шевченко после реконструкции открыли прошлым летом. Сегодня, чтобы облагородить сквер, сюда пришли дети и взрослые. Главная цель – озеленить аллеи. Ксении Прозоровой 8 лет. Она помогает высаживать деревья. Сегодня я посадила 6-е дерево в жизни. Деревья нужно сажать, чтобы город был красивый. Александр Рыбалко – студент. Сегодня он посадил 7 деревьев. Говорит, все по собственной инициативе. В том году я сажал здесь деревья, и мне было приятно прогуляться по такому зеленому уже, красивому, по стройной дорожке отличной. Мне было приятно даже пройти. И я показал девушке, что я здесь садил деревья, то есть мне тоже было приятно очень. Парк Победы стал одним из главных объектов для благоустройства в этом году. Также особое внимание уделили территории будущего парка «Студенческий» и «Ботаническому саду». Нам необходимо не забывать о том, что это наш город, и нам всем больно и неприятно смотреть на то, как объекты благоустройства превращаются в свалки и мусорники. Это, к сожалению, проблема культуры. Но со временем, я думаю, мы сможем победить и эту проблему. Принял участие в озеленении парка и донецкий городской голова. Он рассказал, это одно из его любимых занятий. Непосредственно в этом парке мы высадим более 130 деревьев, более 300 кустарников. И еще будут, наверное, кусты роз садиться. Поэтому я думаю, что все будет прекрасно. Двухмесячник по благоустройству продлится до 17 мая. В управлении благоустройства уверены, сделать город красивее можно только с помощью дончан. Евгения Алдушина, Марина Самара, Евгений Сысоев. Панорама.